О, да! Да! Ты сосешь, как твоя мамаша. Да ты нечестно, ты читерил! Играть учись, ну, ГГ, изи. Вот ты уёб! Всем привет, гляньте мой косплей. Я Зельда из Twilight Princess. Хотел бы я Twilight твою принцесс, если понимаешь, о чем я. Здорово. Здорово, только что нагнул парниша в Fortnite. Отлично, грузи колду. Е-бой! Чёрненько, давай. Привет, Джеймс. Просто хотела сказать, что ты чудесно выглядишь на этом фото с друзьями. Девочка рядом с тобой, твоя потенциальная девушка? Подмиг, подмиг. С любовью, мамочка. Ох, игра вечность грузится. Да, ебаные сервера, тетка, сутяры! Да, им нужно пофиксить блядские сервера, клоуны. Ебучие сервера. Это отвратительно! Я пытаюсь показать свое творение! Отъебись, ты просто пытаешься сиськами набить лайки. Речь вообще не о теле! Речь о том, чтобы показать, сколько труда я вложила в этот костюм. Окей, убеждаю себя в этом, пока ребята свои причиндалы теребонькают. Ах, сука. Кстати, это фото сделано в Веллингтоне. Напоминает мне о временах, когда мы там побывали в твоей юности. Ты достал своего маленького Уилли на главной улице и кричал «Пожарная бригада!» и бегал туда-сюда, писая. Удалить? Пиздец, мам. Тема. Письменное предупреждение. Джеймс, я отдельно говорил тебе, что я хочу видеть квартальные отчеты к вечеру пятницы. И когда я увидел, как ты вышел из удаленного стола в трещине... Что-то произошло с комментарием, и он пропал, дорогуша. Я там говорила, что это напомнило мне... Удалить. Блядь. Назад в лето. Черт. А, что за хуйня? Мир в огне, а тебе плевать? Чувак, грузись. Хэштег спаси деревья. Отсоси. Я могу надрать тебе зад в реальной жизни. Ты обновился? Ты получаешь сообщение, Джеймс? Да господи, мама. В моем последнем письме. Как ты смеешь меня объективизировать? Да, блин, это просто шутка. Ты даже не в курсе собственных привилегий. Ты просто ребенок в мамином подвале. Должно быть Facebook. Я провожу больше времени в подвале твоей мамы. Обновление хочу 20 убедиться, что ты увидел. Как готовить брокколи? Наверни, говна. Как можно быстрее. Да мне даже не нужна твоя работа. Пошел нахуй. Привет, милый, как дела? Мы ждали тебя на семейный ужин вчера. Прости. Мы хотели бы повидаться с тобой в выходные. Ну ладно. Поговорим позже. Люблю тебя. Прости, что пропустил ужин. Много чего навалилось. Мы будем рады увидеться завтра. Вообще, я был бы рад. Было бы здорово, если бы ты приготовила свой всемирно известный пирог. Да, круто. Что ж, было бы здорово тебя увидеть. Мы так давно нормально не встречались. Мне правда жаль, мам. В последнее время все очень тяжело с моим психическим состоянием. Мне нехорошо. Я не хочу, чтобы ты видела меня таким. Становится хуже. Сижу в заперти, работаю из дома. Это берет свое. Я просто... Мне как будто не с кем поговорить. Знаешь, я умел разговаривать, но теперь такое чувство, что я замкнулся в себе и стараюсь не дать понять себе и семье, как я себя чувствую. Временами я даже встать с постели не могу. Порой бывает очень тяжело. Я не знаю, как выбраться. Тогда увидимся. Чудно. Жду не дождусь тебя увидеть.
Перевел Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. В этом скетче ребята подняли очень важную тему. Если вы почувствовали, что у вас есть проблемы с психическим состоянием или что-то не так у друзей, то обязательно обращайтесь к специалистам. Не подавляйте это дело. Поэтому я вас всех люблю и целую. С вами был, как всегда, я ваш Капрал Натурал. До новых встреч.